Налоговая система переживает очень непростые времена. Кажется, что бизнес погружается в хаос. То, что было правильно вчера, сегодня уже незаконно. Каждый день в сводке с налогового фронта мы читаем о раненых и павших бизнесах. Кто-то успевает укрыться в безопасных зонах, а кто-то готов биться до конца. Это непросто. Ситуация меняется каждую секунду. Иногда буревает отчаяние, и ты не знаешь, что делать. Нет ни в чем уверенности. Но бизнесмен может быть спокоен, пока на его защите стоят налоговые атланты. Это они каждый день и ночами тоже бьются за права компании на жизнь и процветание на просторах нашей страны. И за ее пределами тоже. 24, 25 и 26 сентября они собрались вместе, чтобы осветить путь бизнеса в светлое налоговое будущее. Вот их имена. Налоговый онлайн-марафон 2019 уже в истории. Спасибо большое всем, кто творил эту историю с нами. А мы идем готовить следующую серию блокбастеров.